первый день осени на школьные дворы спешат нарядные школьники с большими букетами цветов. И даже постепенно идущее на снижение пандемии не стало препятствием для того, чтобы новый учебный год в Славянском районе стартовал в обычном формате. На торжественные линейки были приглашены первоклассники и выпускники. Расположенная в поселке Совхозном, 6-я школа не нуждается в особых рекомендациях. Ее коллектив – это высококвалифицированные педагоги, которые дают учащимся хорошие знания. Школьники обучаются в комфортных условиях и получают отличный старт в своей жизни. Для того, чтобы поздравить всех собравшихся с началом учебного года, сюда пришли глава Славянского района Роман Синеговский и начальник управления образования Оксана Дорожко. Я всех поздравляю, конечно же, с Днем Знаний. Наши ребята сегодня первый раз пришли в первый класс. Сегодня для них прозвучит первый звонок. Я уверен, что вам в школе понравится. Вы все сдружитесь и с учителями, и между собой. Правильно было сказано, что здесь самые добрые, беззаботные годы, которые вы будете помнить на протяжении всей своей жизни. Конечно же, и родители, и учителя все хотят, чтобы вы были успешными, счастливыми. Для этого нужно будет немножко потрудиться, поучиться, позаниматься спортом, творчеством. Директор школы пожелала ребятам счастливого путешествия в страну знаний. Она уверена, что учащиеся смогут сделать новые шаги в своем развитии. Все учителя приложат для этого максимум усилий. Сегодня для вас прозвенит ваш первый звонок, который позовет вас на первый урок. Вы познакомитесь сегодня впервые со своими первыми учителями, познакомитесь еще, ребята, со своими школьными друзьями и запомните, что школьная дружба, она навсегда, она настоящая. Я желаю вам успехов, вы научитесь читать, писать. В этот прекрасный день взволнованные первоклассники услышали сердечные поздравления, и они прочитали стихи, посвященные началу своей школьной жизни. Наши мамы, наши папы привели сегодня нас, и волнуемся все вместе, мы за них, а не за нас. Нас полюбят, вы поверьте, постараемся во всем, все отличниками станем, школу мы не подведем. И, конечно же, на торжественной линейке была задушевная песня в исполнении старшеклассниц и первый для самых младших учеников школьный звонок. Новый учебный год стартовал, и пусть он будет для всех самым успешным. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».